Ну что, друзья, мы летим в Питер. Вылетаем, потому что уже сегодня начнется прогон, уже сцена строится во дворце спорта «Юбилейный», а уже монтируются декорации, экраны, свет, звук, все это вешается для того, чтобы сегодня вечером мы уже начали нашу репетицию, прогон, и завтра в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» состоится мое шоу «Н-тур». Я вас всех жду. Питер завтра обязательно зажжем. Будет очень много интересного, много сюрпризов, много обновлений. Все увидите, услышите. Я надеюсь, вас все это порадует. Ну и, конечно, Москва тоже уже готовится. Уже можете начинать гладить свои нарядные выходные костюмы, платья и все остальное, потому что 8 ноября мы все это еще раз повторим в Москве уже, в ВТБ-арене «Динамо». Все, до встречи. Я буду стараться держать вас в курсе дела, как что идет. Какие-то подробности покажу уже сегодня, так что следите за обновлениями, за сторисами. Вот как встречают меня в Санкт-Петербурге. О, вкуснятища! На ночь сегодня как заточу. Спасибо огромное, очень приятно. Левая сторона вся по сигналу? Я жду вас всех завтра. Будет круто. Сережа запрыгнул на сцену и разорвался штаны. Жалко, не свались, чтобы он мог. Друзья, у нас новый мерч. Такие крутые футболки. Я не боюсь кепки, я не боюсь еще много всего нового и интересного, да. Все это будет доступно завтра в Питере и в Москве 8 числа. Так что... Класс! Нас ждет сегодня бессонная ночь. Но, я говорю, ждет нас бессонная ночь, но мы ничего не боимся. Мы не боимся. А вы не боитесь?